туда будут входить клубы всей премьер-лиги, ПФЛ будут входить, представители Федерации футбола, Украины, главное, телетранслятор. И они уже соберутся 23 декабря и примут решение, скажем, будут рассматривать разные форматы чемпионата. И я думаю, через 2 месяца доложат премьер-лиге о том, что они разработали. И потом уже мы будем выходить на Федерацию футбола Украины. Я так понимаю, что формат все-таки будет меняться? Я надеюсь. А какая позиция донецкого «Шахтера» в этом вопросе? Ну, мы уже не раз сказали. Наша позиция та, которая, скажем так, спасет данный чемпионат, который мы сегодня имеем. Потому что на данный момент, то есть мы непонятно, как закончим этот сезон. Вот. Поэтому мы не хотим уже повторять эти ошибки. Нужно сделать такой формат, который, во-первых, начнет зарабатывать. И который будет прежде всего интересен болельщикам. И потому что вот сегодня мы говорили, да, вот многие клубы высказывались. На футбол приходит по 200 человек, понимаете? Телетрансляторы сказали, что если так будет продолжаться, то скоро 50% игр вообще показывать не будут. Поэтому, ну, кому это популяризация футбола, кому это надо вообще? Поэтому этот комитет, эта группа, которая будет работать над новым форматом, я думаю, она выслушает, скажем так, мнение многих клубов, многие позиции, выработает тот формат, который будет интересен прежде всего болельщикам. А если будет интересно болельщикам, будет интересно транслятору. Это главный вопрос. Сроки, я так понимаю, к следующему сезону, да, будут готовиться? Ну, я думаю, они будут собираться около 3 раз. По времени это где-то около 2 месяцев займет. Поэтому мы надеемся через 2 месяца иметь уже новый формат чемпионата, с которым мы пойдем в Федерацию футбола Украины. И я надеюсь, она прислушается к премьер-лиге. Еще одним вопросом было распределение денег от телетрансляции. Удалось ли решить этот вопрос? Но это не телетрансляция, это распределение денег от спонсорства. Да, спонсорства. Поэтому, ну, наша позиция такова, что если бы у нас ситуация экономическая была другая, да, то, наверное, то, что предлагает премьер-лига, имеет логику, потому что, ну, это с точки зрения, скажем так, европейских методов и опыта европейского, это правильно. Но так как ситуация у нас не та, так как у клубов финансов нет, поэтому мы приняли решение распределить это все равными частями среди всех клубов. Дабы как-то поддержать наших товарищей, потому что у некоторых даже нет денег заплатить за свет, понимаете? Мы уже не говорю о заработных платах. Знаем, что не было единой позиции у клубов, да, вот по формату. Вы верите в то, что вообще реально договориться клубом по формату? Потому что каждый, как говорится, тянет в свою сторону. Ну, я думаю, мы договоримся. Я думаю, с премьер-лиги вопросов не будет. Все вопросы туда выше. Это с Федерации футбола Украины. Потому что первые шаги, как бы, мы сделали правильно. Вот, то есть, ну, идет все в нормальном русле, но как будет себя вести исполком Федерации футбола, ну, никто не может предсказать. А по фамилиям, вот кто будет представлен в этом комитете? Не, ну там каждый клуб делегирует своего представителя. Мы по фамилии не разбирали, потому что если бы мы разбирали фамилии, мы бы еще 4 часа здесь сидели. Поэтому мы, главное, выбрали направление, создали комитет, который будет заниматься этим вопросом. И я надеюсь, Федерация футбола к нему серьезно отнесется, все надо. Потому что, опять же, слушая вот эти кулуарные все вопросы по созданию 16 команд, но это мы рейтинг вообще чемпионата будем топить все ниже и ниже. Сегодня нужен, как это ни странно звучит, но сильный чемпионат, даже в этих экономических и политических сложных условиях. По крайней мере, сильнее того, что мы имеем. То есть нам нужно определенными шагами идти вверх и увеличивать рейтинги трансляции. Все, ну, потому что, еще раз говорю, если 200 человек сидит на стадионе, ну, это не популяризация футбола. Это никому не надо вообще. Понимаете? Спасибо. Проблемы чемпионата Ю-19 обсуждали? Нет, мы до Ю-19 не дошли, потому что нам хоть бы со своим чемпионатом разобраться. Сергей Анатольевич, а поднималось питание финансовой деятельности премьер-лиги? Это так каждый раз уже обсуждается, то есть, ну, много раз поднимался этот вопрос. Они готовы это все дело, ну, выносить на общественность, показывать, куда они тратят, вопросов нет. Есть, но не показывают. Ну, они говорят, что они это предоставляют клубам. Ну, многие, ну, может, к многим не доходит это все. До вас не доходит, так разумею? Нет, я получаю, то есть у меня есть все затраты, куда они тратят, как бы у меня вопросов с этим нет, я не знаю, то есть доверяете, как все прозрачно. Да понимаете, там что-то, там еще, если это была, знаете, такие многомиллионная доходная организация, там бы нужно было садиться и проверять. Тут один спонсор, они спонсора одного нашли, вот это все, чтобы могли там поделили, распределили, все, тут нечего проверять. Тут трехкласснику дадите, он проверит все сам. Поэтому... Обсуждали? Обсуждали, но это приняли, но это, опять же, еще раз говорю, но это не те вопросы, которые стоит тут вообще говорить. То есть это больше технический вопрос, чем какой-то, знаете, который повлияет на будущее нашего чемпионата. Поэтому я считаю, что...
сегодня было высказывание так называемого министра ДНР, который сказал, что все, если хочет, может вернуться играть в Донецке, но не в чемпионате. Знаете, я вам хочу сказать, вот так называемые высказывания, честно говоря, я не хочу даже комментировать. Потому что, чтобы комментировать, нужно прокомментировать вещи, которые, скажем так, выходят в эфир каких-то серьезных людей. А здесь нечего комментировать, что я буду комментировать. Так называемое, слово «так называемое», вот это вот подчеркните, вот оно так и останется.